Сегодняшняя Академия художеств – настоящий центр всех видов искусства и вообще всех художников России. Она по существу процветает, находится в очень хорошем состоянии. Она делает очень много, масса выставок, ставятся монументы по всем городам. У нее высокий престиж за рубежом, на всех континентах и во многих странах мира мастера Академии создают свои произведения. И это редкое из российских учреждений, которое действительно является частью мирового наследия и частью гордости современного мира, что подтверждает ЮНЕСКО и очень Европейская академия наук и искусств и очень многие другие учреждения, организации и художники всего мира. Очень хотелось бы, чтобы уникальная система, которая сохранилась в России, система взаимодействия фундаментальной науки и профессионального образования, просуществовавшая с Петра Великого и до сего дня, и в каждое столетие, в каждую эпоху, дававшая яркие и незабываемые произведения, создающие лучшее сокровище российского искусства, чтобы она осталась цельной. Ее не нужно реформировать, не нужно что-то в ней менять, потому что она действительно хорошо работает и живет, и действует во благо нашей Родины.